включай мне какую-нибудь песенку. Во! Вот это, давай. Слушай, давай сегодняшняя будет у нас тема, реально это самое, нудистский пляж. Ну, представляешь, мы там все танцуем, да? Даже пока город спит, я бы хотел написать мегахит, чтобы он тронул сердца. Несерьезно так слегонца, скажем просто, должна быть попса. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Это хитно, и он звучит на. Это хитно. Это я бы хотел написать мегахит, но не знаю, как он должен звучать. Говорят, он должен качать даже тех, кого. Я бы хотел написать мегахит, пусть один, но на все времена. Ведь мне очень поддержка нужна в виде денег. Ну а пока это хитно, и он звучит на. Это хитно. Это хитно, это хитно, это хитно, это хитно, это хитно, это хитно. Чтобы мне не говорили, для того, чтобы звучать в прямом эфире, в мире, в любой квартире, пиши доступно или, или, или. Чтобы он был очень простым и понятным, как дважды два. Я все пытался написать мегахит на любой искушенный взгляд. И тут понял, что он звучит уже 3 минуты подряд. Это хитно, и он звучит на. Это хитно, это хитно, это хитно. Это хитно. Хитно звучит на... Не понять что, да? Хитно звучит на...